Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Страховые компании заговорили о необходимости усложнения процедуры приобретения электронного полиса ОСАГО. Цель – исключить случаи, когда документ оформляется водителем с мобильного устройства сразу после ДТП. Для этого, по мнению страховщиков, во-первых, нужно удлинить процедуру покупки минимум до 1.5 часов, а во-вторых, начало действия электронной автогражданки отложить на 3 суток. Если у страховых фирм в этот период возникнут подозрения, они смогут расторгнуть договор. Трасса 101. Министерство внутренних дел поддержало идею коллег из Минфина о том, что все аварии без пострадавших оформлялись без сотрудников ДПС. Это существенно разгрузит последних. Сейчас, напомню, Европротокол распространяется на ДТП с участием не более 2 авто, если отсутствуют раненые, если нет ущерба имуществу третьих лиц и разногласий по поводу виновности-невиновности. Лимит выплаты 50 тысяч рублей. С 1 июня он вырастет вдвое. В Москве и Питере по Европротоколу можно получить до 400 тысяч рублей. Трасса 101. Сумма задолженности по штрафам ГИБДД растет год от года. В 2017-м к судебным приставам поступило 34 миллиона постановлений на общую сумму 28 миллиардов рублей. В 2016-м было на миллиард меньше. Взыскали с неплательщиков приставы 14,5 миллиардов. Напомню, что к должникам применяются такие меры, как списание денег с банковской карты, временное приостановление действия водительского удостоверения, ограничения на регистрационные действия и другие. Трасса 101. Нехватка денег заставляет российских автовладельцев экономить на своих ласточках. По результатам опроса, проведенного «Автомейл», в прошлом году каждый второй респондент отказался от ТО у официального дилера. Опять же, каждый второй стал реже заезжать на автомойку. 60% участников исследования сократили число поездок. 16% перестали оформлять полис КАСКО. Каждый десятый не отремонтировал машину после ДТП. Компания Volkswagen объявила стоимость своего самого большого 7-местного кроссовера Terramont. Цены на него стартуют с отметки 2 799 тысяч рублей. Это дешевле Touareg'а почти на 250 000. Автомобиль доступен в 4 комплектациях. Вариантов двигателей 2. Двухлитровая бензиновая турбированная четверка мощностью 220 лошадиных сил и шестицилиндровый мотор объемом 3,5, выдающий 280 лошадей. Трансмиссия 8-ступенчатый автомат. Привод полный. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.